Дорогие подписчики, сегодня был очень тяжелый, напряженный день. Работников нету фактически. Приходится самим все тютюшкать, а дел много. И я должна, чтобы собачки мои, кошечки, никоим образом не чувствовали то, что нам тяжело тащить, да? Они должны быть накормлены, напоены. И вот так уже на ночь увалившиеся от тяжелого трудового дня. Поэтому небольшое видео. Привет от нашего приюта. Спасибо еще раз хочу всем сказать большое, кто принимает участие в жизни нашего приюта, в спасении жизней приюта и самих наших животинок. Вот у нас Розочка. Сейчас будем ушки чистить. Она у нас без лапки. Да, она в свое время была сломана лапка, и, видимо, перелом был сложный, и пришлось ампутировать. Но это такая девочка у меня, умница. Когда подкидывают кутят, она их выхаживает, понимаете? Она просто их выхаживает. Вот эта вот Сима, они неразлучные две, они вместе спят, и она не отходит. Вот эту Симочку беленькую когда-то подкинули к утенкам, и ее фактически Роза выходила. Она вообще как мама очень хорошая. И они, вы знаете, они до такой степени... Вот их разлучать ни в коем случае нельзя, потому что они друг без друга не могут. Розочка, Розонька. Сейчас будем мушки, сейчас ушку почищу. Да, она никак не может, лапки-то нет достать, а ушки чешут. Сейчас будем чистить. Вот видите, каждому что-то надо. Они такая лопоухая. Это у меня такая, у меня моя найдушка лопоухая. Ушки какие на макушке. Да, вот такие у меня ребятишки. Поэтому небольшой привет нашим подписчикам на ночь присылаем. Вот.